Добрый день, меня зовут Наталья Масная. Сегодня я вам расскажу об особой медитации, которую я очень люблю. Она проста в исполнении, но очень эффективная. Если вам сложно уснуть, или если вы проснулись ночью и не можете уснуть, либо у вас какое-то беспокойство, то есть один очень хороший способ дышать правильно и полезно. Мы левую руку в гьян-мудру выкладываем на бедро, правой рукой закрываем правую ноздрю и делаем полный, глубокий, медленный вдох через левую ноздрю. Затем закрываем безымянным пальцем левую ноздрю и выдыхаем глубоко и медленно через правую. И так продолжаем. И в конце мы делаем полный вдох через обе ноздри. Мягкая задержка и выдох. Почувствуйте покой, умиротворение и гармонию. Сатнам.